Шинник одержал победу над Саранской Мордовией. Матч проходил в рамках 12-го тура футбольной национальной лиги в Ярославле. Единственный мяч на 72-й минуте игры забил Дмитрий Чистяков. Благодаря победе ярославцы поднялись на 7-е место турнирной таблицы чемпионата. Подопечный Александр Побегалов после победы признаны командой с лучшей обороной. Черно-синие пропустили всего 8 мячей за 12 игр. Подобная серия матчей без поражений у ярославских футболистов была почти 10 лет назад под руководством Сергея Юрана. Два сразу таких ярких ощущения. Первое, то, что обыграли очень хорошую команду, которая не на своем месте находится. И я думаю, что ее подъем не за горами по турнирной таблице. Одна из самых быстрых групп атаки, очень грамотно применяющая видимые тактические ходы, против которых тяжело бороться в обороне. И второе впечатление – это нарастающее такое единство с трибунами. Пусть не так много болельщиков, но вот команда это очень чувствует, и вот эта обратная связь помогает нам добиваться определенных результатов.